Медиком Анна Кириенко решила стать, когда в школе началась химия. Военным медиком после вступления в юнармию. Форма и дисциплина для девушки – дело уже привычное. Сейчас много времени она уделяет учебе и физической подготовке. Уверена, что даст фору даже мальчишкам. Юнармия помогла мне раскрыть себя и понять, что я хочу. Все военно-патриотические игры, занятия, офицеры, все, которые к нам приезжают – у меня загораются глаза, и я хочу именно туда. Мне нравятся предметы химия и биология, и я хочу именно в военно-медицинский. В этом году 28 выпускников школ города и района изъявили желание поступать в высшие военные учебные заведения. Для этого они обратились в военный комиссариат. Ребята уже прошли медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор. На них сформированы дела и направлены для окончательного решения начальникам учебных заведений. Для того, чтобы действительно поступить, желание недостаточное, чтобы оно у тебя появилось только сегодня, да? Надо, чтобы это желание выражалось и в хороших оценках, и в хорошей физической подготовке, ну и, как бы сказать, соответственно, до этого желательно, конечно, чтобы ребята были в патриотических движениях, потому что хотя бы они вот уже знают основы, что им предстоит, что будет происходить. При поступлении ребята, которые участвуют в юноармейском движении, получают дополнительные баллы. Большую роль сыграют и результаты выпускных экзаменов. В военном комиссариате надеются, что вызов для прохождения финальных испытаний придет всем ребятам. Чтобы стать студентами вузов, им предстоит приложить максимум усилий.